Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Passo 2005 года выпуска. Двигатель 1 литр, передний привод, автомат. Пробег на автомобиле 94 тысячи километров. Не знаю, насколько он реальный. По салону вроде не умотано, но по ходовой стойке под замену. Поэтому сегодня меняем передние стойки. Поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса и откручиваем стойки. Здесь, чтобы нам открутить крепление стойки, этот-то болт, гайку можно открутить, а сзади гайка, надо снять жабо и снять заглушку. Вот сзади он заглушка. Здесь на клипсах сидит, но вот эта часть жабо, вот видно, отломана почему-то. То ли снимали, то ли билось, то ли что делали, непонятно. Ну, снимаем дворники, снимаем вот эти заглушки обе, откручиваем гайки. Гайки на 12 и снимаем дворники. Здесь без съемника снимаю, усилие у них небольшое. Теперь поддеваю, снимаю клипсы. Да, что-то делалось, потому что клипсы стоят не такие, как должны быть, поэтому и сломали. Вот я о чем говорил, здесь заглушка, и под заглушкой вот сюда подходит, чтобы открутить гайку. Также снимаем вот эту заглушечку, ослабляем центральную гайку тоже. Эти гаечки у нас на 12 на чашке. Центральная у нас на 17. Не получится ее открутить, так как она у нас вывешена. Если бы она стояла на колесах, можно было бы открутить. А сейчас она у нас висит. Здесь опора конусная резиновая встает в колпак. Поэтому сейчас мы ее не открутим. Ладно, открутим, когда уже снимем. Болты на 17.
Снимаем. Фиксатор. Он так разъединяется. Провода. Датчик АБС. И откручиваем сзади болт на 12, кронштейн, который у нас держит также провод датчика АБС и тормозной шланг. Странно, обычно в таких местах болт на 12 используется, а здесь болт на 14. Головка, я имею в виду, на 14. Откручиваем гайки. Вот теперь вытаскиваем стойку. Стойка мокрая, поэтому и меняем. Гайку мы ослабим. Вот эту чашку верхнюю можно немножко подзажать в тисках. И вот таким образом ослабляем. Теперь немножко стяжками стягиваем ее, нашу пружину. Здесь много даже и не надо, буквально чуть-чуть. Все, достаточно. Откручиваем вверху гайку. И снимаем опору. Подшипник.
и пружину. Все в масле. Газа нету. Ну, еще стуков пока нету, но слабые. Берем новую стойку фирмы Каяба. Номер ее идет 33-21-20. Она что левая, что правая, одинаковая. И прокачиваем ее 5-6 раз вверх-вниз. До конца вниз и до конца вверх. Таким образом, 5-6 раз выгоняем воздух из масла, одеваем на место пыльник, так как пыльник зажат вместе с пружиной, поэтому вместе с пружиной одеваем. Одеваем подшипник. Подшипник мягенький, смазанный. Я его не мажу. И одеваем опору. Старую гайку вытряхиваем. Смажу медной смазкой резьбу. На опоре есть квадратик. Под пропил. На стойке он тоже есть. В комплекте идет новая гайка со стойкой. Берем гайку. Также смазываем резьбу. И наживляем. Отпускаем стяжки. Стойку теперь желательно не ложить. Я сейчас вертикально зажму верхнюю гайку. Thank you.
Все, идем устанавливаем. Также смажу шпильки. Ну и чтобы коррозия не ела, я вовнутрь на гайку тоже набрызгал смазки. Заводим на место стойку. И еще хотел сказать, вот здесь у нас было крепление провода на датчик АБС. Вот такая вот клипса, я ее снял целую и ставлю сюда. И наживляем гайку. Центральную гайку я затянул, поэтому я ставлю сразу заглушку на место. Также заднюю заглушку я тоже устанавливаю на место. И затягиваем снизу. Смазываю болты. Наживляю обе гайки вверх-вниз. Ставим провод в скобу, фиксируем, смазываем болт. И устанавливаем. Кронштейн провода и шланга. Все, правую стойку мы закрепили. Смажу
как и всегда, посадочные шпильки. И можно устанавливать здесь колесо. Аналогичным образом меняем стойку со второй стороны. Стойка точно такая же, под таким же номером. Все, стойку со второй стороны я тоже заменил, закрепил. Теперь ставим на место жабо. Жабо бы, конечно, по-хорошему заменить, оно сломано. Скажу. Заводим его на место. Устанавливаем на место дворники. Дворники поставлю по следам на лобовом стекле. И закручиваю гайки. Устанавливаю на место заглушки. И все. Сюда сейчас возьму, поставлю новые клипсы, потому что здесь стояли с обоих сторон неродные. Здесь стоят восьмерочки. На этом замену передних стоек я закончил. Устанавливаю на место колеса. И автомобиль готов. Всего вам доброго.